А, Герасимов, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Много этого верю, почему? Так не должно быть. Он тебя прикасался к девочке? Да. Но когда они против женщин пошли, а кто вас снимает? Вас никто не снимает. Вот как вы папку двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Вы к женщине зачем физическую силу применили? Я ему много раз говорил, хватит, он не слушал. Сейчас он занимается фермерством под Калугой в деревне. Да, господин Булгаков. Вот так бы всегда. Ликер, сахар, напиток, общепит. Что еще будет? Игровые автоматы будут? У вас общепит стал? Почему общепит? А это считается общепитом. Не в курсе? Прикольно. Что еще будет? Игровые автоматы будут? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно 105, я закончил делать дело. Ликер, сахар, напиток. Это этот считается общепит. Че, как служба идет? Отлично. Вы все в этих масках ходите? Конечно. Вроде же отменили. По телевизору все без масок? Что? Куда направляете? 105-й. Ознакомиться с материалами дела. Вчера звонили. А почему не применяете силы? Нет, я говорю, вот сюда пройдем, я вам покажу. Я говорю, я вам покажу. А сюда идем. А я что, без маски? Никак? Не пропустите? И мимо рамки не пустите? Вы не препятствуете передвижению? Я говорю, вот сюда, я вас ознакомлю. А я вас ознакомлю. С чем? Так пойдемте, я вас ознакомлю. Так вот так, скажите, а мы сюда идем. Вот, я говорю, сюда. Вы скажите. Вы спросили, почему. Я говорю, вот ознакомлюсь. Мешайте мне мой голос. Вот ознакомлюйтесь. Что вы тут ознакомлюете? Предоставьте мне данные защиты, согласно. Вы, пожалуйста, ноги уберите. Вы мне запрещаете проходить? Ноги, пожалуйста, уберите. Я не запрещаю. Я не запрещаю проходить. Но... Вот здание офигенных средств индивидуальной защиты. Предоставьте. Выходим сюда, я предоставил. Согласно 417-го. Я предоставил. Ну выйди там, подожди. Не провоцируй. Я вам сказал, что это не средство индивидуальной защиты. Это не средство индивидуальной защиты. Нет. А где упаковка? Где сертификат соответствия? Вы будете не делать маску? Это нет. Значит, это что, ожидайте. А, Герасимов. Да, господин Булгаков. Благодарствую. Вы меня повысили, что ли? Нет. Вот так бы всегда. Под принуждением, под вашу ответственность.
Откуда такое отношение? Я вообще не понимаю. Вроде в одной стране живем. А? В одном городе. Ну а дверью обязательно было ноги прищемлять? Я же не прищемлял. Да? Это она тебя слова, закрыть дверь. Я же не сказал, где хайте ноги. Одно дело, когда Кильжанов... И вот именно там под задницу мы кинули, да. Ты не по-человечески ведешься, не по-человечески. Ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? И Загидулин против мужчин беспределят, это одно. Но когда они против женщин пошли... Возникает вполне логический вопрос. Кому вы служите, ребята? Какой родине? И какому народу? Израиль. Израиль? Yes, yes, Израиль. И шапочка интересная. Мужчина в черной форме с накрученным знаком 07784 зашел сзади, схватил за плечи, затем поднял скамейку вместе с тремя женщинами. Интересы? Бодибилдинг. Загидулин. Где? Я это не потерпел. На видео где? Канал Сургутнадзор. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте, брат. Присаживайтесь. Че, процедура стандартная? А у вас выборочно, да, ходят в масках, я смотрю? Выборочно в масках-то ходят? А другим можно? Другим, говорю, можно без маски? Да? Лена Петровна не в отпуске? А к ней можно пройти? Нет. Даже поздороваться нельзя? Почему? Я же не гражданин. А что вы тут так скрепкой скрепили, вообще ничего не видно. Вон это, надрывается скрепка при перелистывании. Здрасте. Знакомые глаза, не помню, где видел. Так, и что, где писать? Я обычно вот здесь пишу. Можно здесь? Да, конечно. Вот здесь пишу, да? А то в прошлый раз вы мне что-то какие-то вот эти... Расписки опорчивого это дело, уголовная ответственность какая-то подсовывали. Нет, не надо, да, ничего. Вообще ничего не подсовывали, вы ошибаетесь. Да? Да. Мне же на видео все зафиксировано. Да. Я аккуратно спрошу, вас все сотрудники устраивают? Мне вот один сотрудник ваш очень как-то это... Мне прям к нему претензии, чисто по-человечески. Как он тебя странно ведет, так не должно быть в отношении женщин, по крайней мере. Был у вас такой Загидулин Рустам Тагирович, который трех женщин со скамейкой вместе поднял и скинул их со скамейки. И Кильжанов был, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Кильжанов... Умар Разамбетович. Что он, спецназ пошел? Служил? Сейчас он занимается фермерством под Калугой, в деревне. Ну, я ему много раз говорил. Хватит. Он не слушал. Все? Все в целости и сохранности? Копию определения получили по почте? Да, конечно. Все, вам это не требуется? Ну, его желательно подшить. Оно подшито. Где? Я это для Серьезно? Вас приготовила. А зачем? Как? Невидимыми нитками, что ли? Как подшито? Чем подшито? А. Вот первая страница, вот вторая страница. Вот теперь ясно. Этот экземпляр я приготовила вам. Спрашиваю вот. Вас, почту получили? Получил, все. Вот теперь все ясно. Благодарствую. Всего хорошего. Благодарю. До свидания. До свидания. А Герасимова как найти? Здравствуйте, Герасимов же, да? Подскажите, пожалуйста, номер, что? Снимать меня не надо. А кто вас снимает? Вас никто не снимает. А что вы на меня снимаете? А что, вы из чего взяли, что он снимает? А? А вы на меня рацию направили. Ну что? Рации нет. Имя, отчество напомните? АП, да? Да.
Я вот на входе стою, где я тебя не вижу. Герасимов, напомните имя, отчество, АП, да? Андрей Петрович? А номер нагрудного знака напомните, пожалуйста. Ну, у меня под бронезащитой. Ну, назовите, пожалуйста. Я вам напомню, не помню. Ну, покажите тогда, пожалуйста. Чтобы показать вам нагрудный знак, я должен бронезащиту. Это... А вы можете это, ну, так, под, это, вот как вы папку двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Не можете? Я говорю, не надо мне снимать. Отказываетесь? Почему здесь отказываться? Я вам объясняю, что у меня нагрудный знак находится под бронезащитой, под средством биозащиты. Ага. А бронежилет под рацией, да? А игла в яйце. Яйцо в утке. Утка в зайце. Ага. А бронежилет под рацией, да? Может, мне еще пистолет вон снять? Я говорю, снимать не надо уж. А вас никто не снимает. Вы знаете, кого снимает вообще? Вы не понимаете? Отказываетесь, да? Кощей бессмертный, как глаз свой стережет. Благодарствую. Все, пойдем. Ну ты что, это, ногу этого дверью почему? Ну, он меня такой, типа, идите сюда. Я говорю, что значит идите сюда? Я говорю, он такой, вот познакомьтесь. Я говорю, вот так и скажите, идите, я вас ознакомлю. Он тебя прикасался к тебе? Да, он меня вот сюда за. Ты зафиксировал? Я говорю, вы что ко мне физическую силу применяете? А что ты мне не сказал? В таких случаях надо сразу говорить. Антон, снимайся со стороны. Ну, я же понравилась. Мне это... Запомнила? И он меня сюда вывел, запомнила. Показывает мне. Типа, стойте здесь. Я говорю, а что это вы решаете, где мне стоять? И поставила ногу, дверь вот так вот, при этом он дверь закрывает. Он типа, стойте здесь, дверь закрыл. Я открываю, захожу. Андрей Петрович. Я вас слушаю. Вы к женщине зачем физическую силу применили? Физическую силу к женщине никто не применял. Точно? Точно. Ну тогда не обессудьте, ловите жалобы на себя. Привет Кильжанову и Загидулину. Всего хорошего.